Лежать! Как убрать опережение у собаки, если она подходит на каждую команду, пытаясь получить раньше подкрепление? Просто надо подкрепление ложить за собакой. Сидеть. Стоять. Сидеть. Собака знает, что подкрепление будет сзади, и тогда не идет вперед. Лежать. Стоять. Гулять. Подкреплением получает сзади. Молодец, да. Ко мне. Еще сейчас покажу, подожди, вот. Заклинило. Рядом. То же самое, допустим, при движении рядом можно сделать. Так, чтобы собака видела подкрепление. Ну, это, конечно, когда уже отработана концентрация. Он знает, что подкрепление там, но смотреть надо сюда. Рядом. Блин! Ищи, ищи, ищи! Еще сейчас первый кусок, и все. Ищи, ищи, там. Здесь я решил обучающее видео немножко. Сюда, 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 вон, вон, смотри. Вон. А нюхает он плохо, видишь? Ко мне! Нет у него этого нормального количества. Кто-то борется, блин. Дай! Дай! Рядом! Сидеть! Сидеть! Нужна дополнительную команду дать для... Уверенно! Лежать! Хорошо! Стоять! Хорошо! Можно вот так отдаляется собаки! Сидеть! Стоять! Лежать. Лежать. Стоять. Он знает, что побегит туда, поэтому не продвигается вперед. Сидеть. Лежать. Стоять. Гулять. Поэтому он знает, что подкрепление будет сзади, поэтому не продвигается вперед. Вот такой лайфхак. Лайфхак. Фак. Душу.